Вербное воскресенье православные верующие отметят уже 17 апреля. Западные христиане встретили его 10 числа. Во время богослужения читается Евангелие, которое рассказывает про торжественный вход Иисуса в Иерусалим. В тот исторический момент люди приветствовали его своими букетами, которые являются символом победы жизни. Букеты из верб можно сделать самому, но чаще всего их приобретают у ремесленников накануне или непосредственно во время праздника. Продажа живых цветов и украшенных вербных веточек не считается предпринимательской деятельностью, а относится к ремесленной. Указом предусмотрено, что без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица могут изготавливать и реализовывать цветочные композиции, только при этом необходимо уплатить ремесленный сбор. Ставка ремесленного сбора установлена в размере 62 белорусских рублей в календарный год. Обращаем внимание, что физическое лицо признается прекратившим ремесленную деятельность с даты получения налоговым органом уведомления о ее прекращении. То есть при непредоставлении такого уведомления ремесленная деятельность не признается прекращенной. В случае прекращения ремесленной деятельности в середине календарного года или неосуществления ремесленной деятельности в течение года уплаченная сумма сбора возврату не подлежит.